Будем начинать работать? Или кто-то есть? Но у нас в конце, не в конце, а стена, напротив которой мы стоим. Из нее всегда идет энергия арго, потому что там всегда присутствует школа. Да. Оттуда появляется Константин. И мы приветствуем куратора Константина, дорогого учителя. И я приветствую вас. Очень рады видеть вас. И я просто показала процесс, как это происходит. Школа – это определенный портал, несущий свои энергии. И на самом деле я здесь уже некоторое время наблюдаю за вашими энергиями и оболочками. И хочу сказать, что керамическая энергия и керамическая оболочка была заменена на плазменную. Она более усовершенствована, и она несет больше защиты. Благодарим вас за эту информацию. Всем сообщим. Но здесь я не за этим. Это лишь небольшая поправка. И я бы хотел обратиться ко всем ученикам, настоящим и будущим школы Арго. Я бы хотел больше рассказать о вашем значении в планетарной системе Земли и ее энергомагнитном поле. Все, кто уже прошел школу Арго, присутствует. И все, кто слышит нас, собирается, сомневается, откладывает. Это информация для вас. Эта информация несет объяснение вашего присутствия в школе Арго и на планете Земля. Люди с высокими вибрациями, способные повышать свои энергии и гармонизировать, несут эти вибрации, баланс и гармонию, повышая вокруг себя и распространяя на несколько километров. Вы, как маячки, эмпаты, светлячки, вас называют по-разному. Узелки на планете Земля, способствующие повышение вибраций и осознанности людей, находящихся рядом с вами, человеков, которые готовы повышать свою осознанность и закреплять эти вибрации, распространяя по всей планете Земля. Вы, как катализаторы, несете энергетическое спокойствие и гармонию планеты Земля. Объединяя свои энергии, вы влияете на электромагнитное поле Земли. Влияя на электромагнитное поле Земли, вы меняете энергию вокруг себя и на планете Земля. Энергомагнитное поле Земли очень важно для всех живущих на планете. Оно защищает от космической радиации. Таким образом, вы создаете планетарную экосистему, работающую на ваших осознанных энергиях, соединенным с магнитным полем Земли, распространяя силу, гармонию и знания. Все это влияет на развитие человеческих отношений на планетарном уровне. Электромагнитное поле Земли становится светлее, чище, соответственно, влияет на здоровье и физическое состояние всех проживающих на Земле. Вместо страха вы несете любовь, вместо конкуренции – сотрудничество, соответственно, вместо зла заполняется добром и любовью. В конечном итоге это переходит в сотворчество. Вы начинаете работать с природными силами Земли, поддерживая планету, ее состояние и неся позитивные, гармоничные волны, создавая вокруг себя. Это уже не личные вибрации, а работа в сотворчестве планетарной экосистемой. Я обращаюсь ко всем настоящим и будущим ученикам. Вы должны понимать, насколько
это серьезно и насколько это важно для всей планетарной системы. Ваше присутствие на разных точках планеты не зря. Не забывайте это. Объединяйте свое чистое сознание, влияя позитивно и гармонично на электромагнитное поле Земли. Это вкратце, что я хотел сказать. Благодарю вас. Благодарю вас, дорогой куратор Константин. Информацию мы донесем обязательно. У меня складывается впечатление, что мы сейчас входим в какой-то очень важный момент нашего развития здесь, на Земле. И эта информация, безусловно, будет полезна тем, кто ее должен услышать. Все непременно, кураторы и многие другие, стучатся, но этого мало. Земные проблемы, материально и политически отвлекают вас, поэтому чистые души, маяки, люди с высокими вибрациями, человеки, имеющие душу, должны объединяться и нести свой позитив, обволакивая планету Земля, работая с электромагнитным полем, гармонизируя с ним. Этим вы распространяете импульсы высоких вибраций и гармонии по всей Земле, способствующие привести к балансу и гармоничной жизни на Земле. Благодарю вас за эту замечательную информацию. Для меня лично было удивление, что магнитное поле человека может распространять позитивные вибрации, вообще резонанс давать на такое большое расстояние. И чем больше, безусловно, будет людей, которые настроены на эту частоту, тем быстрее мы изменим эти частоты, которые на Земле давно пора менять. И перейдем... Именно поэтому так важно ваше присутствие на Земле. Осознанность и чистота. Благодарю вас, куратор Константин. Мы обязательно это передадим. Каждое ваше слово отзывается и резонирует. Пора переходить к действиям. Благодарим вас за эти слова.